Батарейка, способная решить экологическую проблему. Ее сконструировали юные изобретатели из Тюмени для участия в национальном чемпионате по робототехнике. Одна маленькая батарейка способна загрязнять 20 квадратных метров земли целых 400 литров воды. Это является огромной проблемой. И тогда мы, разработав этот прототип, мы, по сути, смогли заменить наши батарейки. Работа этого проекта полностью основана на индукционном электричестве. Если даже один раз взмахнуть, то для наглядности у нас загорается диод. Изобретение принесло тюменской команде победу в национальном чемпионате по робототехнике. Он проходил в Екатеринбурге. Ребята соревновались с участниками из 45 регионов страны. Часто действительно сложно, но, думаю, если хорошая команда и работать продуктивно, то получится все. Теперь тюменская команда электроники готовится к международному этапу чемпионата, который пройдет в августе. Там им предстоит соревноваться с участниками из Китая и Индии.